профессионализм, точность подмечания вот деталей. Вот найти такое место, вот мы, например, смотрим, мы узнаем, конкретно можем сказать, что в этих местах мы были. Понравилось, как сами по себе работают, что они представлены во всех временах года, да, скажите, да. Это же буквально вон где-то осенью, так пасмурно, что чего. И вот он в цветах, это наша площадь, это где Дом культуры. Летом, да, да, вот буквально. Вот. Знаете, самые такие социальные такие объекты, они прямо, вот, как говорится, в точку попадают объектива. Ну, еще что заметила, что все-таки в них вложена душа ваша. Каждого автора все пекут женщины пирожки, да, но у всех они разные. Так же вот работы. Верьте мне, тут сейчас подойдет другой фотограф, снимет тем же аппаратом все-все, но уже нету будет, скажите, да. Вот эта вот своя индивидуальность, она всегда в художестве проявляется, свой почерк. Ну, скажите, в первом классе всех учат писать, у всех свой почерк. Вот. Поэтому вам в действительности удалось запечатлеть. Вот неплохо бы, конечно, пожелание, если бы вы где-то в фотосалоне в Санкт-Петербурге представили. У нас очень много бавлинцев там живут. И наши дети там живут, и внуки родились. Мало всё. Того, они приходят ко мне на выставку где-то. Да? Вот представьте, что есть такой райский уголочек бавлин. Где Лазарь там обычно тоже. Да, он приходил ко мне в гости, я был у него в студии дома там, да. Но они все лето здесь проходят. Был у них там гостя. Очень удачная выставка. Вот вам большое спасибо. И главное, знаете, девчата, школьников приводите. Вот любовь к родному краю. Вот когда с кем живем, и что этот, иногда не обращаем внимания и так-то плевательски относимся. А вот когда на это же самое посмотрим другими глазами, да, это в памяти остается, особенно вам, ребята, вот сочинение будете писать. Сейчас всегда каждый год будет, наверное, свободная тема. Если вы будете высказывать свои мысли, обязательно хорошую оценку получите. Вы впитываете глазами вот эти художественные произведения. У меня все. Спасибо большое. У молодых, а у людей, юношей, у девушек хочется спросить, а считаете ли вы вот фотографию видом искусства? Да. А хотели бы сами заниматься? Да. Видите, как сколько уже. Геннадий Сергеевич, скажите, пожалуйста, несколько слов. Да, очень хочется сказать. Я бы поблагодарил парня из нашего города за такой подарок. Вот мы в повседневной же проходим мимо, ничего не видим. Так вот. Не замечаем этой красоты. А здесь вот с таким восприятием прошелся. Боже мой, какая красота! Я 60 лет жил в Бавлах. Ну и он мне открыл нашу землю. Спасибо большое. Вы же знаете. У нас в клубе, член нашего клуба, очень хорошо выразило вот то, что он сделал. В памяти эти стихи. Благословенный райский уголок. Здесь каждый отдохнет душою, почти под каждую горой журчит родник с холодной водой. Но этого мало. А вот тут гляньте-ка, это же мои бавлы. Спасибо вам, очень большое спасибо. Спасибо вам. У нас ребята с молодежью есть, рады вас видеть. Тем более вы занимаетесь фотографией тоже давно, уже мы знаем, следим за вашими публикациями. Ну, что сказать. Здравствуйте. Приветствую. Коллега. Коллега, да. Друг из Казани. Я очень рад, что вы организовали эту выставку. Очень приятно, что в Бавлах вот так вот у фотографов... Ну, их работы оцениваются, то, что посещают люди. Я всегда поддерживал творческих людей. Ну и что сказать, как-то неожиданно меня вызвали сюда. Ну, клево, в общем, что вы занимаетесь этим. Спасибо большое. Извините, слова не готовил. Не смущаю. Лёва. Да, здорово. Хотелось бы послушать тоже Ренат Безрукович, это наш заместитель главы администрации Владимир Викторович. Всем добрый день. Здравствуйте. Очень приятно, что сегодня у нас школьники присутствуют на нашей выставке.
Владимиром Викторовичем мы познакомились буквально совсем недавно. Хотя, наверное, заочно он с нами знаком уже давно, потому что наши фотографии, которые он делает и которые нас снимал, он снимал нас уже давно, снимал нас как-то издалека, как-то из-под тишка. И когда мы начали видеть эти фотографии, мы удивились, что на самом деле мы, оказывается, совсем другие, оказывается. Репортажное фото, да, было. Да, всегда были такие постановочные фотографии. Он нас снимал то за телефоном, то с кем-то мы разговариваем, то мы где-то на площади что-то организовываем, бегаем. Он нас снимает, и потом нам все это начал представлять, и мы были немножко шокированы. Оказывается, жизнь совсем другая, оказывается. И как сказал наш земляк, на самом деле мы баблы видим совсем с другого ракурса, с другой картинки. Даже вот церковь наша, да, прекрасная наша церковь, которой мы гордимся в нашем городе. Это, наверное, одно из самых больших, красивых достопримечательностей нашего города. Мы видели ее совсем в другом ракурсе. Даже как будто вроде церковь-то наша, а стоит вроде она как-то не в баблах. Присмотрелись, думали, с гаражей, что ли, девчонки говорят, с крыши гаражей, что ли, фотографировал. Нет, оказывается, с горы. С лысой. С лысой горы. И вот здесь тоже многие фотографии, они воспринимаются совсем по-другому. Поэтому спасибо, что вы есть, что вы приезжаете к нам в Баблы, снимаете наш любимый город, и нам очень приятно, что на всех наших сайтах, социальных сетях ваши фотографии появляются, их перетиражируют, даже мы в Инстаграме иногда. Оксане Чукаевой большой привет, она да, в основном Чукаева полностью, она полностью поглощает ваши фотографии, да, да, да. Мы их переснимаем, перенаправляем, и в Славу Труду появляются, и в Баблы ВКонтакте, и официал. Слава Богу, пусть так и будет. Да, мы будем использовать да. С вашим разрешением, и дай пожалуйста, эти фотографии еще больше увеличивались. А вот ребятам на самом деле, пока есть такие живые легенды, нужно хотя бы пока смотреть и учиться, как вот наши коллеги сказали, давайте пойдем посмотрим выставку, хоть научимся в Инстаграм правильно фотографии делать. Да? Вот это тоже нужно уметь, правильно? В Инстаграм даже выкладывать фотографии нужно уметь, а как фотографировать. Поэтому всем, кто пришел, огромное спасибо, а вам огромное спасибо, что вы организовали нам такой вот, хотя бы вот в такой пасмурный осенний день, лучик солнца в музее вот такой появился. Спасибо. Да, большое спасибо. Ребята, а смогу тоже выступить кому-нибудь? Я так без подготовки, а? Свое мнение высказать. Нам хочется вас тоже, очень хочется услышать. А, девчонки? Скажи, что там с места. Понравится, правда? Хочется ваше мнение просто услышать. Может, просто так пришли, зря время-то в подгоняли. Если так, то скажите. Если нет, то тоже скажите. Спасибо большое за эти фотографии. Действительно, когда идешь домой, смотришь даже на обычный лес, вроде бы такие простые как бы, краски, а на фотографиях все очень светло. Это даже бассейн, ну, вот в этом году сделали новый, и более яркий краски, как на фотографиях. Все как бы в другом свете мы все это увидели, более в ярких цветах мы это все увидели. Очень понравилось. Спасибо. Спасибо вам за высказывание. Еще такой аспект, да? Много людей, которые... Есть люди, которые просматривают наши сайты баблинские, которые давно уже не живут в нашем городе, в нашем районе, и они с таким восхищением комментируют ваши фотографии, потому что для них это как бы отдушина, это для них вот тот канал родственный, по которому они вот приходят, с помощью фотографий они приходят на свою родную землю и смотрят и объекты, и людей, и узнают людей, поэтому это тоже, наверное, немаловажно, когда есть такой человек, да, рядом с нами, который не делает именно не постановочные кадры, а просто снимает нас такими, какими мы есть. Это самое главное в жизни. Здорово. Это и вообще не тоже очень главное, да, общаться с человеком и знать, что человек вот такой, какой он есть, не постановочный человек, так ведь? Так же такие вот фотографии, наверное, самое ценное, что вот, в ваших фотографиях есть, наверное, вот это вот. Искренность, чистота, без никакой игры. Спасибо. Кто-то, может, еще хочет
сказать несколько слов, дорогие наши зрители сегодня. Дело в том, что мы частенько пересекаемся на различных мероприятиях, и продолжаем идти друг друга. Ну ничего, увидел красивую женщину, девушку. Засмеял. Ваших карт я не видел, а я часто вижу. Я вынуждена выходить на авансцену, понимаете? Спасибо большое. Действительно, большое наслаждение смотреть. Да, ваши фотографии. Я думаю, что следующая выставка вот дом престарелых какая-то часть пойдет. Что касается хранения. До следующей выставки где угодно. Может у меня дома хранится, может, ну где угодно. Может быть здесь, может быть. Ну, вот востребованность. Пожалуйста, можно и в библиотеку. Пожалуйста, кто будет, как говорится, просить или что-то говорить, там, ну, какие-то подвижки, пожалуйста, какие-то, может быть, выбрать какие-то, может, по тематике какой-то, пожалуйста, в любое помещение, что называется. Поэтому вот такая вот у нас теплая, задушевная встреча сегодня. Можете родителям также передать, сказать, чтобы тоже пришли, посмотрели, соседям, соседкам, пожилым бабушкам, дедушкам, которые не читают сообщения в интернете. Вот уже неделю у нас анонс висел, что у нас будет. Пусть придут, посмотрят. Спасибо всем, кто пришел сегодня. А теперь мы хотим, чтобы вы еще раз посмотрели все эти фотографии и ушли отсюда добрым, хорошим чувством, что пришли вы не зря, а пришли с большой-большой-большой охотой и с большим результатом, то, что посмотрели и увидели. Пусть каждый коренной житель Павлова увидит. Спасибо за то, что пришел.